Люди идут с хорошим настроением. С хорошим. Они понимают, что они, какой выбор делают. Понимают и выбирают. Ивантеевка голосует разумом и сердцем, выбирая депутатов в городской совет к 3 часам дня. Ряд избирательных участков вместе с главой города Максимом Красноцветовым посещает депутат Московской областной думы Алла Полякова. Вопросов нету, жалоб у жителей нету. Я думаю, что это будет честная борьба. Но я могу сказать, что в каждом списке, так как выборы сегодня идут по партийным спискам, очень достойные люди, все жители городского округа Ивантеевка, представлены из разных сфер профессиональных. Ну, очень достойные люди, и я думаю, что городской совет будет активно работать. На избирательном участке 719 голосуют жители детского проезда Учинской, Новой Слободы. 716-й – это улица Вокзальная, Социалистическая, Голландский квартал. Участок 715 – Советский проспект и Задорожная. Всего в нашем городе более 52 тысяч избирателей. Большое количество наблюдателей. От каждой партии по 2 наблюдателя у нас присутствует. Все хорошо, спокойно. Они также выполняют свою работу. Сегодня Ивантеевка выбирает не просто будущее, а будущее здоровое. На избирательных участках находятся врачи и медсестры. Можно померить давление, пройти осмотр и при отсутствии противопоказаний сделать прививку от гриппа. Удобно. Конечно, чтобы не ходить в поликлинику, а то там ищи, какой кабинет, какой что. Цивигрипп – вакцина, проверенная временем, один укол в индивидуальной шприц-дозе. И защита от гриппа на весь простудный сезон обеспечена. Я думаю, что прививки нужно сделать всем для того, чтобы иммунитет был готов к встрече с вирусом и чтобы не было осложнений у людей, таких как пневмония. На избирательном участке в 8-й школе к 3 часам дня прививку сделали 26 человек.